На стадионе автокраны, насыщенная спортивная повестка. Его облюбовали регбисты и футболисты. Проходят десятки соревнований, в том числе этапы федеральных кубков. А вот условий для комфортного пребывания зрителей нет. Болельщики вынуждены стоять все матчи по кромке поля или мастерить сидения из подручных материалов. По выходным здесь бывает до 200 человек. Регбисты обращаются к городским властям и представителям бизнес-сообщества с просьбой помочь с трибунами, предоставить старые, списанные или выделить материалы для того, чтобы их сделать самостоятельно. Регбисты себя зарекомендовали как хорошие хозяйственники. Стадион они содержат в удовлетворительном состоянии. Стригут траву, красят инвентарь и убирают мусор. Мы готовы сварить сами, найти поддержку, чтобы нам просто предоставили материал, железо, дерево, покрасить, обеспечить просто хотя бы материалом, и, соответственно, это уже будет хорошая трибуна, поэтому нам не надо шикарных, дорогих, за большие миллионы, то есть простые, деревянные, железные.